Всем добрый день. В станице Каневской 26 февраля прошла также выставка цветов комнатных. Смотрите, какие антуриумы замечательные. Также было представлено очень много разнообразных комнатных растений, бегонии, фикусы. Также гибискусы. Но я сейчас хочу вам дать еще информацию о двух предстоящих в ближайшее время выставках. Одна из них пройдет в станице Кущевской. Вот сейчас вы увидите, да, объявление об этой выставке. Там есть телефончик. Будут представлены и садовые растения, и комнатные растения 5 марта. И следующая выставка 19 марта будет проходить снова в станице Ленинградской. На этой выставке будут представлены помимо комнатных растений также садовые растения для открытого грунта. В объявлении есть все необходимые контакты. На этом все. Всем всего доброго.